Вот если вы занимаетесь животноводством или только у вас это в планах, сразу говорю, что нужно, по моему мнению, начинать приобретать технику, именно чтобы у вас был вот такой погрузчик. Желательно на тракторе, на базе трактора ТЗ-80. Пускай это будет старенький, но это большое облегчение. Мы когда начинали заниматься всем этим хозяйством, примерно 20 лет назад, у нас не было такого погрузчика. И мы грузили вручную сено. За один день мы 6 телег вот таких грузили руками. Прям вот обычные вилы. Мне было 10 лет, я стоял на телеге. А отец, ему было 35 лет в это время, и он руками вот так вот грузил. Тут 6 телег мы маленьким трактором Т-25 вывозили. Сейчас у нас погрузчик, мы так не работаем. Вот один рейс сделаем. Ну, сейчас далековато, правда, у нас сено, около 10 километров до дома. Даже, может, чуть больше. И навоз вывозить хорошо, и сено грузить. Ну, вообще, если надумать, если вы начинающий фермер, лучше приобретать трактор МТЗ. Пусть он будет старенький, вот такой. Тут все легко ремонтируется. Запчасти в любом городе, в любой точке мира доступны. Насколько мне известно, это самый распространенный трактор в мире. Без преувеличения. По-моему, больше 5 миллионов единиц их выпущено именно вот такой модели. Есть там разные модификации и так далее, но они примерно все такие одинаковые. Тут все меняется. Человек любой, даже без опыта, разберется, что к чему в нем. Так что вот. Ну, конечно, и все хорошие трактора, и Т-25 хороший, и Т-40 хороший. Ну, МТЗ, как бы, вот он посильнее, и он шустренький трактор. Он прям быстрый, у него скорость по трассе хорошая такая. Я точно не знаю, сколько он разгоняется, ну, наверное, 35 километров разгоняется. Для трактора это хорошая скорость. Все, это у нас последний рейс. Завершаем вывозку сена. Тут у нас остается еще несколько скирт